У вас кто-то погиб? Нет, просто я сегодня утром узнала новости. Гвардии капитан. Это дедушка. Это ваш дедушка. Бессмертный полк. Самое страшное, что Немцов, что Немцов предупреждал, что Путин может применить ядерное оружие. Вся система международной ядерной безопасности разрушена гражданином Путина. Вся система разрушена, понимаете? Это не шутки. Что вы знаете о протестах в Екатеринбурге? Были ли какие-то выходы за мир? 250 тысяч штрафов за мир. Вам лично? Мне присудили, да, за то, что я вышла против войны в Украине, мне присудили 250 тысяч штрафов. Так, сдерживают человека. Я против войны в Украине, я против любой войны. Все, я в шоке. Я в шоке, что мы объявили войну Украине. Как вы считаете, кто эту войну начал? А кто? Путин? Кто еще может? Я прошу всех президентов мира остановить Путина, остановить войну с Украиной. Потому что там живут наши родственники. Мы ближайшие родственники с украинцами. Остановите Путина. Путин, уходи. Очень прошу, очень вообще. А что, много таких пикетчиков? Да. Да? Да вас тут стояли люди, там стояли. Я пока одного. Все стояли против войны. То есть вы никого даже не знаете. Вы сами по себе вышли. Плотинки кого-то забрали. Да. Забрали кого-то? Да, да, забрали. Площадь 1905 года. У памятника Ленину. Импровизированная антивоенная акция. Вам обращается начальник отдела управления подполковник полиции Трошин Антон Сергеевич. В ваших действиях усматриваются признаки несогласованного публичного мероприятия. Вы будете привлечены к условиям закона ответственности. Прекратите участие в данном мероприятии и освободите территорию. На исполнение законного требования сотрудника полиции даю вам 2 минуты. Ребенка забираете. Вы выбрали самого слабого. Сухие мрази! Не трогайте. Тихо, я сам полицай. Да вы что творите-то? Как вы можете? Вы сыны, что вы делаете? Тихо, вы что делаете? Вы что делаете? Да вы что с вами? А что за необходимость вот так перекрывать? Ну что за необходимость? Вы испугались нескольких человек с плакатами? Мы испугались, нас здесь не было. Будьте добры, если хотите обойти, обходите. Нет, а что происходит-то? Почему такая паника и тревога? Ходите, пожалуйста. Как вас зовут? Путин Михаил. Ну все, у меня пустота внутри. Знаете, что бесит? Бесит, что у нас граждан в России крайне мало. У нас одно сплошное население. Я уроженка города Екатеринбурга. И я, значит, поняла, что здесь нас, значит, винтят, как говорится. Я уже писала сейчас петицию в интернете по импичменту Владимира Путина. Да, Владимира Путина, поскольку нас винтят здесь вообще. Значит, первый раз говорят штраф, а второй на 30 дней. Я хотела обратиться к бабушкам, мне под 70 лет, таким как я, чтобы они все объединялись и выходили на улицы против того, чтобы наши муки угибали неизвестно за что и неизвестно где.